О бесстрашии Николая Миклуха-Маклая ходили легенды. Именно его стойкость и отвага часто спасали жизнь путешественнику. Туземцы порой недоверчиво относились к белому человеку, могли устрашать дикими криками, обступать со всех сторон и даже угрожать ему копьями. Однако Миклуха-Маклай всегда оставался хладнокровным. Однажды путешественник оригинально остановил враждующих туземцев, подлил в чашу спирт и поджег. Папуасы кинулись ему в ноги и молили, чтобы Маклай не поджигал море.